Осталось пара минут, и нас накроет. Доброе утро, Полтава. Доброе утро. У нас опять стартует наш проект «Доброе утро». Точнее, мы продолжаем после некоторого времени заморозки. Сейчас, пока мы будем собираться в замечательном кафе, которое открылось возле ЦУМа, «Франсуа». «Франсуа». Здесь очень вкусно. А с понедельничка вы нас уже ждите с нашими новыми гостями. У нас формат сколько был? 10 минут, да? Да, 10 минут больше не стоит. Не более того, то есть сильно нагружать не будем, как всегда, интересные люди. Саша, есть что добавить? А что добавить? Нечего добавить, кафе уютное, всегда с 8 утра работает, поэтому мы сюда и перебрались, в принципе. Вот, теперь каждое утро мы опять вам будем говорить доброе утро. Всем доброго утра, удачного дня.